Вопрос Южно-Китайского моря не повлияет на сотрудничество Китая и Филиппин в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Об этом договорились министр коммерции КНР Гао Худшен с министром торговли и промышленности Филиппин Рамоном Лопесом во Вьентьяне. Стороны решили как можно скорее возобновить работу совместной комиссии по торгово-экономической кооперации, расширить масштабы торговли, стимулировать инвестиции и продвигать переговоры по соглашению о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве.